Всем салют, давно не выходил в Перископ, давно не делал трансляцию. Что-то прям вот решил, пока сижу, греюсь в машине, греется машина, потому что на улице уже капец как холодно просто, как резко наступила осень, правда? Решил вот выйти и провести небольшую трансляцию, узнать, как у вас дела, посмотреть, какие вас интересуют вопросы, ответить на некоторые из них и, ну, в общем, давайте пообщаемся, что там новенького. Ужас! Что это значит, я не понял. Это, наверное, я так и выгляжу. Привет. Я сейчас поеду на тренировку. Я поеду в зал, на сегодня выходной, поэтому сегодня мы занимаемся своими делами. Я решил посвятить сегодня день спорту. Нет, не болею. Отлично себя чувствую. И вам желаю того же самого. Не болеть. Воу, у кого-то сестренка родилась, я тебя поздравляю, это большой праздник, у меня у самого три сестры, все, правда, двоюродные, но, тем не менее, у меня еще есть старший брат, и, в общем, когда большая семья, это очень классно, я тебя поздравляю, офигенный праздник. Новая песня когда будет? Так, народ, ну, у нас 22 ноября вообще выйдет новый альбом, если кто не знает, ну, как новый. Первый альбом, и там будут собраны все наши хиты, и плюс там будут, конечно же, новые песни, будут те, которые вам уже известны с концертов, и будут новые синглы, поэтому ждите, в ноябре мы готовим для вас очень много нового и крутого материала, и также до этого времени еще выйдет очень одна интересная штука, к которой мы готовимся уже очень давно и плодотворно. Вот буквально скоро мы будем ее реализовывать и воплощать в жизнь. Такс. Одевайся теплее, не болей. Спасибо большое, мам. Я знал, что ты сидишь в Перископ и следишь за мной. Окей. Да, мы сейчас в Москве. 26 числа мы будем в Астане, поэтому Астана, приходите, пошумим и поскандалим, устроим очень крутое, лютое шоу поколения М, всех наших ждем, давайте. Набил, да, я себе новую татуху, мама до сих пор не в курсе, я думаю, она не будет со мной разговаривать опять 3 дня после каждой моей новой татуировки, она у меня спрашивает: Артём, зачем тебе это нужно? Вот, набил, да, я себе слона. Если кто знает, Ганеша есть такое в индийской мифологии существо. В общем, почитайте. И это так. Это я набил только один сеанс. Буду добивать еще. Так, уже стало жарко. Надо сделать попрохладнее чуть. В Алматы не знаю пока когда, ребят. Вот ближайшие концерты у нас в Казахстане, это Астана. Вот, поэтому всех наших казахских друзей ждем. Приходите. Да, у нас дождь, и причем он идет уже, наверное, неделю без остановок. В общем, Москва, такая Москва, тут просто погода, ну, вот такая вот, она всегда серая и дождливая. Но, не знаю, я не унываю, нахожу себе занятия, нахожу, чем себя развлечь, поэтому... Нет, я не накурен, я бы не сел никогда в жизни за руль накуренным. Ты что? О чем ты говоришь? Нет, я не накурен. Какой вообще накурен, о чем вы говорите? Такс. Так. Такс, сколько градусов? Да не знаю, градусов, наверное, 8, может 7. В общем, холодно. В Киев когда? Киев, да. Наконец-то я дождался этого. У нас будет первый сольный концерт в Киеве 5 октября. Это уже совсем скоро. Друзья, моя столица, я вас всех приглашаю. Наконец-то. Я вам обещаю, что это будет очень крутое шоу. Это наш первый концерт в Киеве. Это всего наш третий концерт в Украине. 2 мы дали в Одессе. И вот первый будет в Киеве. Я надеюсь, что все пройдет круто и что много еще тех людей, которые хотят увидеть и услышать нас в Киеве. Мы приедем всей нашей бандой.
и хорошенечко потусим. А 6 октября я всех приглашаю на концерт к Вере Брежневой в Киеве. Мы там тоже будем выступать. Там будет клевое шоу от Веры. И 8 октября будет большое-большое шоу от Веры Брежневой в Москве, в Крокус Сити Холл, куда я вас тоже приглашаю. Там будет очень много крутых артистов, там будем мы. Поэтому приходите. Такс. Челябинск ждет. Рязань, да, мы, ребятушки, ко всем приедем, я уверен, ко всем приедем. Такс. В Питере мы будем 23 ноября. У нас сольник. Уже с новой программой, уже с программой без фильтров. Мы представим альбом. И 23 ноября дадим новое крутое шоу для Питера. 22 ноября у нас стартует это шоу в Москве. Поэтому, в общем, планы наполеоновские, народ. В Грузию. Очень хочется в Грузию. Пока нет в планах, но дай бог все изменится, и мы приедем в Грузию. Такс. Толян и Никита тоже по своим делам. Это ваш любимый вопрос. Где Толя и Никита? Дело в том, что мы живем, да, в одном городе и поем в одной группе. Но это не значит, что мы 24 часа в сутки находимся вместе, народ. Это совсем не обозначает, что я в курсе того, чем в данную секунду занимаются Никита или Толик. Все по своим делам. У нас сегодня выходной. Такс. Машина, что за машина? Да, обычная машина, простенькая, но хорошая, мне нравится. Это моя первая машина, в общем, я доволен. Никита меня спалил, я, честно говоря, не хотел палить то, что я купил себе машину, но, в общем, как-то так. Так, из Ноябрьска привет. Привет, Ноябрьск, привет, привет. Были у вас недавно, очень теплая атмосфера, круто. Несмотря на то, что у вас там холодина и Сибирь, было классно и очень тепло. Что-то подвисло, да? Каким приложением обрабатываю видео? Вот частый вопрос. iMovie. Народ, на iPhone есть такая программка, называется iMovie. Все очень просто. Такс. Да, одни и те же пошли вопросы уже. В вечернем Урганте скоро мы будем, да? Посмотрите, там очень крутая рубрика есть, и мы в ней поучаствовали. Очень нам понравилось. Я думаю, выйдет крутое, веселое интервью с нами. Такс. Нет, в спортзале не просят сделать селфи, потому что спортзал, в котором я тренируюсь, там на самом деле полно артистов тренируются, и тренируются серьезные люди, им ни к чему селфи с каким-то непонятным пацаном. Такс. Нет, читать я не успеваю, потому что у меня еще и глючит почему-то, и они по 5 сообщений выскакивают и пропадают. Поэтому так, относительно. Не успеваю вообще ничего прочитать. Рост у меня 180, там 179, по-моему, что-то такое. Я самый низкий пацан в группе. Эти капец, длинноногие пацаны. Я, кстати, до того, как попал в группу, всегда думал, что я достаточно высокий парень. Потом попал и понял, что какой там высокий. Особенно Никитос, он капец, он не перестает расти. Просто растет и растет, пацан. Такс. Не глюч, давай. Нет, я не играю в покемон. Я вообще не особо любитель играть в игры. Разве что какие-то компанийские активити игры. А так, на компе не моя тема. Хотя раньше любил, правда. Сейчас просто другие интересы. Глюки. Глюки, глюки, глюки. Ну, в смысле, что делать буду весь день? Я сейчас поеду на тренировку, это уже, во-первых, 2 часа дня практически. В общем, найдусь, чем себя занять.
Ладно, народ очень подвисает. Я был рад вас всех видеть и читать. Будем на связи. Салют. Не хочет выходить вообще никак. Остановись, трансляция, остановись.